Вот я. Сергей Параджанов. Мне 64 года. И в этом возрасте, вот у меня второй дебют. Первый был в Армении, я сделал на Рангуин, цвет граната. Сейчас второй дебют. Я выступаю здесь как художник, как режиссер, который умеет выразить в пластике свою мысль, сделать коллаж, или сделать живописный этюд, или сделать куклу. Я, конечно, может быть, и виноват перед Арменией, что не так уж много у меня и касания Армении. Она заслужила, может, в моем творчестве больше внимания. Но в каждом зале можно найти крупицу этой искусства Армении, в частности, вот на фоне портрета Чаренца, сделанный мной давно на Украине из украинской керамики. Вот там просветитель, поэт, гражданин и жертва суровостей.